Закалка рельсов. Казалось бы, зачем закалять и без того высокопрочную углеродистую сталь, из которой производят рельсы? Однако рельсы должны гарантированно выдерживать нагрузку от 25 до 75 миллионов тонн на километр за год. Поэтому закалка придает головке рельса, то есть верхней части стальной балки, большую стойкость. Вот как производят закалку на предприятиях. На выходе из прокатных волков раскаленная головка рельса имеет температуру около 900 градусов. Рельс либо погружают в воду, либо обдувают увлажненным воздухом. После этого его охлаждают на воздухе. Закалку производят либо по всей длине рельса, либо на его концах. Благодаря этой обработке значительно увеличиваются сроки службы стальных балок.